Как и когда-то. Друзья. Извините. Ничего. Вы, кстати, можете сказать, что хотите, не? Или попросить что? Вы знаете, как и когда-то давно в песнях нашего века возникало очень много споров относительно самых простых вещей. Можно вообще песню петь хором или нельзя? И мы тут выступали в Чикаго, и вот по поводу одной песни говорим, мы не знаем, можно ее петь хором или не можно. Голос из зала, из глухого совершенно зала. Зал очень, не, он такой полутемный, пустой, там оговорился. Ну, оговорился, ну вот. Ну да, их было там 70 человек, ну и что? Боже. А вы говорите и репетируете. Запекаю старичка. Просто не знаю как. И вдруг голос. Можно или не можно голос? Нужно. Мы решили, что этот голос прав. Поем. Песня серьезная. Хорошо, жрать! Поехали. Это не репетиция. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в разной суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это, и наш раздор не объясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе. И неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недружных связей, дружб ненужных, во мне уже осатанённость. О, кто-нибудь, приди на руж чужих людей, соединённость и разобщённость близких душ. Со мною вот что, со мной вот что, со мною вот что, со мной вот что, Каждый из присутствующих здесь свободно от основной работы время, разумеется, занимается сочинительством. Для многих это уже стало частью жизни. Сейчас мы опять оставим на сцену Юру Лобикова. Да? С нашей любимой песней. Мы все никак не соберемся ее выучить все вместе, но я клянусь, что мы ее выучим, потому что я уже без этой песни жить не могу. Юра все время как-то стесняется, он говорит, вот в ней отражен какой-то юношеский максимализм, еще что-то. А я вот сейчас ощущаю, что это вот она прям вот практически... Понял, да, для кого ты песню написал? Про меня, я прям вот хочу ее выучить и петь. Вы сейчас все поймете. Юра Лобиков. Юра! В общем, тоже там как бы русский текст. Достаточно большом количестве. Не знаю, наверное. Алексей Игоревич, вот не нужно, да, ничего пояснять там, да? Лишнего, да? Ой, ласточка! Кто сказал?
женским голосом еще можно. От мужских не ожидаю. Нет худа без добра. Нет браконьера без бобра. Хорошего дела не совершишь, если немного не согрешишь. Брось своего парня ради меня. Парень — это такая штука, можно менять. Ты посмотри на него, твой герой, но уже какой-то не такой. Не было бы счастья, несчастье помогло. Не может сделать благо тот, кто не может зло. Все отвернутся от нас с тобой, но потом вернутся само собой. Брось своего парня ради меня. Парень — это такая штука, можно менять. Ты посмотри на него, твой оплот, но уже какой-то не тот. 7 раз отмерь, 1 отрежь. 7 раз отмерила, теперь отрежь. И не трясись за милое старье. Никто не отнимет, оно навсегда твое. Брось, 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 брось своего парня ради меня. Парень — это такая штука, правду можно менять. Какая-то не та, да, да. Спасибо. Как раз сейчас перечитываю Анну Каренину. Слушай, это можно начало нового мюзикла вообще. Анна Каренина. Брось своего парня, брось своего мужа ради меня. Я, конечно, вас ни к чему не призываю. Там тогда, я, знаешь, я думал про это, но рифма к мужу почему-то не находится. Ну, не находится. Хорош трепаться. Все, все, все. Хорош трепаться. Сергей Коношенко, стихи Сергея Купеева. Последний блюз. Жизнь стала короче, короче смерть сорвала.
приходится тут передавать гитары, потому что, и потом гитары все непривычные, но очень-очень-очень хорошие. Спасибо всем, кто предоставляет их сегодня мне в основном, и Лёше тоже. Вы знаете...